Всем прекрасного дня и настроения. Я что-то вчера так зарепортовалась во всех своих делах. В общем, села за компьютер работать. Очнулась только полдевятого вечера. Думаю, мама ты моя дорогая, я еще не все до конца успела сделать. В общем, потом еще сидела доделала. Ну вот, и сегодня много чего надо сделать. Потому что завтра у меня прогулка, совмещенная с одним очень важным делом. Вот. Ну, об этом завтра. Вот. А сегодня в Москве прекрасный. Плюс 23. Хотя на солнце, мне кажется, все равно жарит, как плюс 30. Вот. Но не душный, такой продлится до выходных. А в выходные нам опять поддадут огня. И опять можно будет жариться. Ну, кстати, на выходные хорошо, потому что многие поедут на дачу, могут позволить себе пойти в бассейн. Вот. Или поработать, как я, с холодной водой в обнимку. Пошли мы с Сенькой гулять.